сразу бросается в глаза, что это не оригинальный продукт. В первую очередь, это то, что кнопки выступают у оригинала, а не под лицо. Также, если мы перевернем, мы видим, что серийный номер указанный не является оригинальным, мы по такими серийными номерами не выпускали. Брелки, произведенные нелегально, очень ненадежные. Очень много случаев, они к оригинальным системам не прописываются. То есть тут идет полный обман потребителей, они от этого страдают. Оригинальная продукция, брелоки у нас реализуются в картонных коробках белого цвета, где там указано. И не покупайтесь на дешевые брелки. Оригиналы стоят от 2000. Подделки, они все сканируются. И все вскрываются легко под граблями специального прибора. Где заказывали? Много рынков. Да не заказывали, просто покупали. Где попадалось, ИП – это мелкая деятельность. Увидел, взял, продал, правильно. Как давно занимаетесь этой деятельностью? 3 месяца у нас в магазине. Да, тут не написано, он повезло. А так это...